Ребятусики, ребятусики, всем привет! Опять сегодня на вокзале. Короче, продал я полтинник 96-го. Это мне обратно прислали, вот две монетки. Это мне, кстати, подарок. Города. Воронеж. Воинской славы. Вот одна монетка и гривну 96-го. Короче, там обмен произошел. Вот, смотрите, заработал я, получается, за 2 дня, вот мне сейчас еще переслали деньги, ну, где-то 20-22 доллара. То есть, там многие кто-то кричали: ой, да это все херня, да это мало, да почему ты так продаешь. Ребята, вы попробуйте что-то продайте, потом будете рассказывать какую-то ахинею. Это очень тяжелый труд. Вот они, 5 бакинских. Вот, это все очень тяжело, просто мне хорошо, что рядом с моим домом, где я проживаю, находится автовокзал. Вот сейчас приехал, и в Воронеж уехали монетки. Ну все, мои хорошие, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, не забывайте, у нас есть пиар ваших девственных каналов, обучение антиквариату и нумизматике. И не думайте, что вы умнее перекупщика.